Сегодня день рыбака. Сегодня Международный день борьбы с аллергией. Сегодня день памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Именно поэтому, кстати, сегодня в России праздник – День семьи. Петр и Феврония жили на рубеже 12 и 13 веков. Петр был сыном князя, наследником Муромского престола. И вот случилось так, что, будучи еще совсем молодым человеком, заболел. И заболел серьезно, проказой. Никто не мог его вылечить. И вот приснился ему однажды сон, что вылечит его девушка, красавица, травница, знахарка. Зовут ее Феврония, и живет она в деревне Ласковая. Тут же были посланы гонцы искать как минимум для начала деревню с таким названием Ласковая, ну и, конечно же, девушку. И каково же было удивление, когда на самом деле нашли и девушку, и деревню. Девушку доставили в терем, и посмотрел на нее Петр и сказал: «Ну, коль вылечишь меня, женюсь на тебе». Вылечила, а он обманул, не женился. Отправил девушку в освояси, и через некоторое время болезнь вернулась. Опять поехали к Февронии, опять бросались на колени, молили, просили, чтобы приехала и вылечила. Приехала второй раз и опять вылечила. И вот тут уже Петр, как и обещал, на ней женился. Их брак был образцом христианского супружества. Они прожили много-много лет в согласии и в достатке и любви. Петр княжил, а Феврония была мудра самой прекрасной, правильной житейской мудростью. Она никогда не оскорбляла никого и даже врагов своих наставлениями. Всегда умела сделать так, чтобы человек, даже противник ее, сам понял свою ошибку и сам ее исправил. Она без суеты решала все жизненные трудности. Совершала чудеса походя. Например, заставила расцвести в большое красивое цветущее дерево, воткнутые для костра сухие ветви. И вот в конце жизни Петр и Феврония стали монахами. Жили каждый в своей обители, но молились, чтобы умереть в один день. И завещали похоронить себя в общем гробу. Приготовили его сами для себя заранее. Сделали один общий гроб с тоненькой перегородкой посередине. И умерли они не то, что в один день, а даже в один час, 8 июля 1228 года. Но монахи посчитали, что для особ монашеского звания негоже лежать после смерти в одном гробу. И похоронили их каждого в своей обители. И тут произошло чудо. Наутро они оказались там, где и завещали, там, где и мечтали, вот в одной труне. И до сих пор выставлены их святые мощи именно вот так, как они и завещали, в одном гробу. И приходят к ним до сих пор поклониться, попросить благословения в день свадьбы для того, чтобы было счастливое супружество. Сегодня, в 1579 году, произошло еще одно очень важное для христианства событие. Произошло обретение иконы Казанской Божьей Матери. Это одна из самых почитаемых у православных икон, и они знают даже люди невоцерковленные. Но интересно, что найти, обрести эту икону тоже помогла девочкам. История сохранила и ее имя — Матрона Анучина. Маленькая девочка, 10-летняя, ей приснился сон, ей явилась Богородица, которая сказала, где искать ее лик. И девочка сумела уговорить своего отца, чтобы отец на пепелище недавно сгоревшего их дома искал лик Божьей Матери. Очень не хотел отец, долго с ней не соглашался, но в конце концов стал искать, и очень скоро, к изумлению всех присутствующих, из-под горящих, обгоревших, тлеющих поленьев, он достал нетронутую красивую икону, икону Казанской Божьей Матери, отдал ее священнику, деревенскому священнику Ермолаю. И через некоторое время этот деревенский священник стал патриархом и стал автором сказания о чудесах иконы Казанской Божьей Матери. Сегодня, в 1944 году, Президиум Верховного Совета СССР учредил звание «Мать-героиня» и орден, соответствующий этому званию. Орден был сделан из золота 950-й пробы. Его получило 431 тысяча советских женщин. Давали его за воспитание 10 и более детей. Причем на момент вручения самому младшему должно быть не меньше 1 года. Кроме этого звания был еще орден материнской славы. Его давали за воспитание 7-9 детей и медаль материнства за 5-6 детей. Эти ордена вручались только в советские времена и закончили их вручать в 1991 году. А в 1993 сегодня в Минске начал работу съезд белорусов-украинцев.
мира. В 1919 году сегодня газета «Витебский листок» вышла с воззванием матери. Уходя на работу, не отпускайте своих малышей на улицу, не запирайте их в комнаты под замок, а отправляйте их в детский сад «Маяк ребенка» на улицу Смоленскую, где их ждут забота, ласка, любовь, обед, кофе или чай с хлебом. Посещение детского сада строго бесплатное. Вообще, надо сказать, что с 1919 года у нас в городе Витебске начался очень активный рост детских учреждений. Дети шестилетние, нет, неправильно говорю, дети с года до шести лет могли ходить в детский сад. И этот детский сад, там дети могли находиться 6 часов, могли ходить в детский очаг, и там дети могли находиться до 10 часов, а могли ходить в интернат, и там они могли находиться круглосуточно, целую неделю, чтобы не мешать своим присутствием родителям строить новую счастливую жизнь. Сегодня 8 июля 2020 год, 19:00, вечерний Витебск. Мы начинаем. Добрый вечер. Здравствуйте и привет, Наташ. Привет. Ну вот, когда говорят, что есть такие места, где всех ждет забота, ласка, любовь, чай и кофе, я сразу представляю наше телекафе и вечерний Витебск. Конечно, конечно. Посещение строго бесплатно. Обязательно, да, исключительно так. Ну и я почему-то так вот догадываюсь, что сегодня вот эта тема семьи у нас будет на протяжении всей передачи, эти красные линии, и будем мы говорить с конкретной семьей о том, как у них многодетной семьей, да. Ну, я думаю, что до ордена мать-героиня у них еще есть время и возможности, но, во всяком случае, сейчас они уже стоят того, чтобы о них поговорить. Я предлагаю не откладывать дело в долгий ящик и к столу. Будем знакомиться. Гости к нам сегодня приехали из МИОР. Мне очень радостно вас представить. Это семья Демьяновых. Марина, Александр, Павел, Евгений и Полина. Большое вам спасибо, что сумели до нас доехать. 200 километров ехали. Дети вымотались, конечно. Но сейчас, я надеюсь, мы все взбодримся и начнем радостно рассказывать про то, как вообще идет ваша жизнь. Как вам? Вы такая молодая семья, вы такие приятные молодые люди. Как вы уже троих детей умудрились вырастить уже? Павел, сколько тебе лет? 10, будет 11. Ну, 10 лет уже. В понедельник 11. Ох, так вот ты вообще прям совсем к дню рождения приехал. Да. Ну, семья, да, у нас такая интересная. Вы давно вместе вообще? 12 лет. 12 лет вместе, получается. Ну вот, как видите, доченьку искали, нашли. Ну, хорошо, да, мальчишки, это, конечно, поддержка, опора, они умнички. Они молодцы, они мне помогают, и папе по возможности стараются. Ну, у нас папа приобщает их к спорту, потому что папа очень у нас спортивный товарищ. Да. Да, он у нас умница. Хочется, чтобы мальчишки тоже, наверное, по его стопам пошли. Ну, доченька, конечно, это моя помощница. Она у нас такая вот очень аккуратная. Она щепетильная во многих вопросах. Вот она, если моет посуду, то это должно быть очень аккуратно. Вот если она... Я сижу, что-то шью, например, вот по работе, да, вот ей тоже интересно. Она придет, вот ей тоже надо обязательно поучаствовать. Алинка, ты моешь посуду? Да. Частенько? Да. Прям каждый вечер моешь посуду? Расскажи правду. Я смотрю, родители, там ты самая младшая, они там тебя угнетают. Нашли, понимаешь, кто им посуду будет мыть. Да? Да. Ты тоже так считаешь? Ну, смотри. Это у нас как развлечение. Разберись. Ну, так понятное дело. Скажите, Павел, вы... Александр. Ой, Павел. Александр, извините, пожалуйста. Вы хотели большую семью? Вот была у вас такая мечта по жизни? Ну, у меня у родителей были большие семьи. По маминой, по папиной линии. Хотелось, конечно, большую у себя. А вы из большой семьи? Вот вы сам, у вас братья и сестры есть? У меня только один брат. Он младше меня. Угу. Ну, то есть у вас есть опыт борьбы с младшими, с детьми. А вы, Марина, из большой семьи? Нет, у меня тоже, у меня сестра.
То есть и у меня, как и у Саши, только вот у него брат, у меня сестричка. Я тоже, когда выходила замуж, я не предполагала, что у меня семья будет многодетная по внешним меркам, понимаете? А я хотел. Ну вот. Это была тайна, судя по всему, изначально. Так, молодец, Александр. Смотрите, он нам, может быть, сегодня рассказывает, но у него есть свои планы. Я вам желаю не останавливаться на достигнутом, потому что многодетная семья сегодня, это уже, ну, трое детей, это уже как-то даже в нашей жизни кажется не так уже неординарно, как, например, в моем детстве. Да? Вот в моем детстве действительно были семьи небольшие еще. Ну, скажите, дети, как вам живется? Весело вам? Вот мне кажется, что большая семья – это очень веселая семья. Вот у моей бабушки было три дочки. Как я любила, когда вот все собираются, сейчас люблю, когда все собираются уже со своими семьями. Мне кажется, что вот большая семья – это очень круто. И согласитесь вы со мной или нет? Ну, Паша. Ну, да. Класс. Класс. А ты, Жень, что скажешь? Классно. Хотел бы ты, чтобы еще больше вас было? Чтобы еще мало-мало меньше там бегали бы, дергали тебя? Нет, уже достаточно. Полины хватает. Да. А сколько лет разницы вот у Павла и Полины? У Павла и Полины 11, 5. 5 лет разницы. 5 лет разницы. А вот, Паш, скажи, у Евгения? А у Евгения получается 3 года. 3 года. А вы помните, как вам сказали, ну, Евгений, наверное, вряд ли помнит, что у вас будет еще сестричка в семье. Вот как был этот момент, когда вам сказали, что будет у вас еще вот один член семьи? Ну, придумывали имя сначала. Да. Кто придумывал? Ну, я придумала. Да? Пашенька придумал. То есть Полина – это твоя заслуга, что назвали Полина? А теперь расскажи, почему ты такое имя выбрал? В садике у нас было, у меня была подруга Полина. Мне она очень понравилась, когда пошли в школу. Я, в смысле, не была ее в нашей школе. Из-за этого придумала, чтобы было имя Полина. Чтобы всегда Полина была рядышком. Да, у нас даже разговор был такой. Я по-другому, конечно, доченьку хотела назвать. Мы с Сашей имена выбирали другие. Пашенька сказал, ну, еще маленький, понятное дело. Он говорит, мама, если не Полина, надо обратно везти. Ух ты! Вот. Марина, я смотрю, вам тоже живется. Да, поэтому у нас Полина. Вам тоже живется непросто. У вас там мужской коллектив пока преобладает. Да. Скажите, Александр, я знаю, что вы спортсмен, вы выступаете за честь вашей организации, в которой вы работаете, да? Расскажите. Да, да, да. Получается, со спортом я с детства, можно сказать, на «ты» даже. Начиналось просто с бега, потом многоборья. А уже когда пришел на почту работать, здесь уже все по-серьезному. Те же самые соревнования, не просто на уровне района, там область, республика. Даже если брать прошлый год на республиканских соревнованиях я занял 3-е место в гиревом виде спорта весовой категории до 75 килограмм. Конечно, было очень приятно и самому, и за меня организация была очень рада, потому что в этой категории уже давно они занимали места, именно наш витебский филиал. Но очень приятно было. Плюс еще то же самое, прошлый год брать, помимо медали, мне дали кубок как универсальному солдату. Спортсмену, да, Саша. Спортсмену в новой категории. Это получается из-за того, что я участвую не только в Товгире. Зимой участвую, на лыжах хожу. Тоже каждый год езжу, как уже на прошлый устроился и понеслось. Летом те же самые бег, плавание. Ну, в общем, хватает. А мальчишек вы к какому спорту приобщаете? Ну, пока у нас велосипеды еще. Ага. Да. Ну, я знаю, что, мальчики, вы же не только в общеобразовательную школу ходите. У вас же есть еще другие какие-то занятия. У меня есть гитара. И танцы. У Женьки танцы и аккордеон. 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 А сколько лет, Евгений, вы уже аккордеоном занимаетесь? Ну, уже не помню. Ну, наверное, год 2, может, максимум. Третий класс они закончили. Третий класс. Жень, тогда скажите, а что вы можете на аккордеоне уже чему-то научились? Евгений. Я еще только играю на... Ну, пианино, потому что я еще маленький на аккордеоне играть. Ну, в смысле? Пальчики маленькие. Да, тяжело. Поэтому все начинают. Если ему аккордеон на коленке поставить, он, наверное, там... Послушайте, его и тяжело прячется. Просто взрослому человеку. Взрослому тяжело, поэтому преподаватель вот на фоно. И чтобы как-то вот поддерживать интерес детей к инструментам, вот к музыке, У нас, получается, Паше в прошлом году мы купили хорошую гитару акустическую на день рождения, подарили. А Жене на день рождения, вот зимой у нас был синтезатор. Ну, как бы вот. А они сами подарки выбирали? Или не, ну это мы с папой, это наша была инициатива. Вот, ну вот как-то так.
Так у вас дома могут иметь место, не знаю, там, дискотеки, вечеринки, у вас своя музыка живая? Ну, в перспективе возможно. В перспективе. А пока это они же учатся дома, да? Да, то есть, да, да. А безусловно. Есть какое-то разделение времени? Сейчас играешь ты, потом через сколько-то часов играю? Ну, это у нас обычно привязано к общеобразовательной школе, потому что вот у Паши 4 класс он заканчивал. Конечно, тяжело, вот особенно когда началась вот вся эта эпидемия у нас, когда надо было родителям больше, наверное, учиться, чем детям. Да, это очень тяжело было, да. Время уходило. А так, конечно, ну... У нас легко зонировать, потому что у нас двухэтажный дом. Угу. То есть как бы можно одному на первом этаже расположиться. Да, у кого музыкальный инструмент полегче, тот на второй этаж. Да, 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 безусловно. Вот, поэтому вот буквально недавно на втором этаже еще поселился у нас. Купили детям шведскую стенку с тренажерами. Ну, они у вас всесторонне развиваются. Хочется. Во всяком случае, родителям, наверное, хочется, чтобы они всесторонне развивались. А вот скажите, пожалуйста, Марин, вот вы режиссер, вы занимаетесь, вы дизайнер, да, это ваша работа. А вот вы, например, участвовали в конкурсе «Лучшая многодетная семья» и не раз участвовали. Вот скажите, это потому что где-то это перекликается с вашей работой или потому что, ну, не знаю, вам интересно, или вы их заставляете за собой двигаться? Ну, наверное, знаете, в нашей семье я такой вот локомотив. Вот я какую-то бредовую идею подцепила, и потом уже на обсуждение ее выношу. Как вот семейство мое на это отреагирует? Ее дело продумать, мое дело воплотить. Да, у нас обычно так. Вообще просто понимаете, надо записать золотыми буквами многим семьям. Получается, что вот первый раз мы в конкурсе участвовали, но Полюшке наши только 2 годика было, это был районный у нас конкурс такой, ну, просто семейный конкурс. В мае ко дню семьи, семейный вернисаж. И тогда просто вот мы диплом за участие получили там какой-то, да. А в следующем году это, получается, уже был отборочный тур, отбирали семьи именно на областной этап. Угу. Получилось, что вот в 2017 году мы районный конкурс выиграли. Конечно, дети были более рады, чем мы с Сашей. Это было море впечатлений. А потом еще, когда они узнали, что, боже, нас выбрали, мы едем в Витебск участвовать. Ого, круто. И эйфория, наверное, вот их накрыла, когда вот здесь, в Витебске, у нас в этом же году, получается, у нас был диплом. 3-е место мы заняли, как лучшая многодетная семья Витебщины. Было безумно, конечно, приятно, но интересно, такой вот опыт. Ну, у нас отрывочек есть, который... Районный, наверное. Хорошо, давайте мы посмотрим маленький отрывочек сейчас, послушаем, посмотрим еще на деток, как они были маленькими, послушаем, что вы там говорите, потом обсудим. Два сердца, крылья для полета, семьи, счастливым берегам, любовь, она как компас для пилота. Ее и повторимых с нам. Семья – хранительница рода, опора мира и земли. Здесь зреют будущие всходы, чтоб жить достойнее могли. Добрый день вам всем, друзья! Вы Демьяновых, семья! Папа, мама, дочка, 2 любименьких сыночка. Мы семейка хоть куда, друг без друга никуда. Мы вместе едины и непобедимы. Едины и непобедимы. Паш еще маленький такой был, да? Mm-hmm. Еще. Женя, а тебе там слова давали? Нет. Нет, ты так стоял, украшал. Ты же стихи читал, сыночек. Да. Ты не помнишь уже, наверное. Ну, уже время прошло. А тем более столько мне... выступлений, ну как все помнить. Вот, я про это и хочу спросить. Скажите мне, пожалуйста, как часто приходится вам выходить на сцену, дети? Ну, вот. Мне, и когда мама что-нибудь такое сошьет, а потом иду выступать. Сейчас надо это будет пояснить. А ты, Жень, сколько раз вот ты на сцене был уже? Ну, приблизительно. Я думаю, где-то 5 или 4. Ну да, достается вам, конечно. А что значит, мама что-нибудь сошьет? Ну, в смысле, какие-нибудь красивые костюмы. Угу. Ну, потом, чтобы мы как-то выступили, мама придумает, что надо делать. Ну, и вот. И куда деваться? То есть сначала появляется костюм, потом идея выступить, да? Так, что ли? Ну, чаще всего это у нас необходимость. У меня театр моды мой состоит в основном из девчонок.
И вот когда такие вот интересные всякого рода коллекции у меня рождаются, и вот когда срочно категорически нужен мужчинка, конечно же, кого на помощь приходят. Как не самого, который ближе всех. Конечно, это проще. Я знаю, что Полина, вот буквально, я не знаю, несколько дней назад была ведущей Дня города. Да, это была моя соведущая, это моя была помощница. Да. Ну, ей, конечно, тяжелее всех пришлось, потому что много людей, много внимания, но она маленькая. Хотя она уже не первый раз тоже у нас, когда юбилей района в январе был, вот у нас, она участвовала в презентации бытовой коллекции моей, которая именно нашего Мёрзского региона историческая. Вот она в самой маленькой категории костюмов выступала. Ну, 8 марта мы тоже выступали. Ну, ей, конечно, очень сложно. Она стеснительная. Вот она, если она зажмется, то она не будет говорить. Правда, доченька? Ну, Полин, ты же свои слова помнишь, вот, Дня города? Ну, там хотя бы начало. Расскажи нам, как ты там с мамой разговаривала? Что ты у мамы спрашивала? Мамочка, какой сегодня красивый день. Солнышко, ветерок, цветочки. И какие красивые деревья. А почему они все такие разные? А дождик капает на всех. А солнышко всем светит одинаково. Вот, у нас был диалог. И мама ей отвечала. Я видела, я знаю, о чем говорю. У нас есть фотографии с ваших вот концертов, с ваших каких-то мероприятий, которые вы в Мёрах проводите. Давайте мы сейчас нам их будут показывать, а вы нам немножко прокомментируете. Я так понимаю, что вы очень много времени уделяете именно вот такой вот работе, работе культурной, что называется. Ну, это одна из моих, наверное, первых коллекций. Вот мы ее возили на модный дивертисмент. Коллекция в стиле Гэтсби. Вот это у нас Паша «День города» вел в прошлом году, по-моему. Соведущим одним из был. Ну, это вот мы с Полюшкой буквально вот недавно в воскресенье. Свеженькие, да, такие вот. Вот это бытовая коллекция, которую я полгода делала, потому что здесь ручная вышивка, крой исторически изучала. Вот это... Был, наверное, в прошлом году конкурс многодетной семьи. Вот я режиссировала его. Это были утренники новогодние. Самое замечательное, что я люблю, я тоже выступала режиссером. Вон Пашка участвует мой. Вот. Это у нас выступление «Дыши», вот Паша в своей группе. Ну, вот это опять-таки вот эта вот Гэтсби коллекция. Ну, это, по-моему, Евгения мы видим, да? Нет, это Паша. Паша там маленький. Недалековато, да. Не очень видно. Это я 8 марта. Вела вот такая вот разная. Смотрите, и получается, что вот, ну, безусловно, вы, когда создаете что-то, делаете какой-то там спектакль, какой-то показ, у вас участвует ваш театр моды, я не знаю, там еще какая-то, наверное, массовка, и свои самые близкие тоже. Безусловно. Как я говорю, знаете, а сейчас страдают все. Ну, благо то, что у меня на работе, у меня очень прекрасный коллектив, и вот если говорить о том, что как я к ним отношусь, как к коллегам, нет, как к друзьям. И вот они, понимаете, они всегда поддержат. Вот я говорю, когда коллекция вот эта, даже бытовая, она многокостюмная, там 16 костюмов взрослых было. Получается, я говорю, ну что, ребятки, а теперь рядить буду всех. И получилось, что вот, пришлось и мужа нарядить. И деток своих. Как и... вы успеваете? Скажите мне, у вас такая работа, которая предполагает, вот, ну, как сказать, круглосуточное, может быть, не на ней нахождение, но круглосуточную работу. То есть вам нужно что-то шить, вам нужно что-то придумывать. Я понимаю, что все равно вот эта творческая работа, она не оставляет где-то в голове это крутится. У вас есть муж, у вас есть трое детей. Ну, трое, ну, все-таки, ну, извините меня, это все-таки цифра. И как вы, как у вас есть дом, дом свой, и это тоже требует, дом требует ухода. Я знаю, что у вас есть прекрасные цветы. Вот расскажите нам, пожалуйста, по пунктам, как вы это все успеваете? Ну, я вам хочу сказать, что много из того, что есть, наверное, не было бы, если бы не было бы Сашиной поддержки. Потому что, безусловно, временами он бывает и за папу, и за маму, и за всю семью, потому что когда какие-то мероприятия масштабные готовим, либо когда я там целиком и полностью поглощена созданием новой коллекции, вот у меня дома есть кабинет рабочий, он мне оборудовал, то есть у меня там машинки, то есть все есть, да, и на работе. Если вот я дома, я могу до ночи сидеть, то есть я знаю, что он выучит уроки. Он, в смысле, если... сам или с детьми? И сам, и с детьми. Пойдет в школу и их ответит. Да, понимаете. Стараюсь контролировать хотя бы. Это правильно.
попадает. И если нужно, я говорю, и погладит, и кушать приготовит. То есть он умница в этом плане. Мне легко. А работа, да, вы правы, она никогда не останавливается, вот именно эта творческая, потому что ложишься, бывает далеко за полночь, а в голове что-то где-то крутится, вот-вот, вот там, вот я это сделаю завтра так, нет, я так не сделаю, и вот засыпаешь с этой мыслью и просыпаешься опять-таки с ней, понимаете, поэтому... Какими мыслями вы засыпаете и просыпаетесь, Александр, скажите, пожалуйста. Ну, что-то сказать. Вы думаете больше о работе или о семье? Работа есть работа, семья – семьей, как говорится. Рабочее дело нужно оставлять на работе. Абсолютно семья правильно. Семья. Понятно вам, Марина? Ну, творческим людям, наверное, вот. Сложнее. Мысли вот. Все-таки не покидать. Александр, а вы, когда с Мариной познакомились, когда приняли решение, ну, не знаю, кто кому делал предложение, предполагаю, что вы понимали, что вас ожидает дальше? Ну, вот что жизнь будет такой, какой вот она сейчас складывается. Я знал, что она будет не скучной. Ну вот я его перебью. На тот момент я не была работником именно культуры. Я вообще педагог по образованию, и я работала в школе. То есть я учитель-филолог и психолог. А это мое призвание всегда было. Вот у меня душа всегда рвалась вот что-то творить, потому что я швея-самоучка. Вот сейчас у меня новое хобби меня поглотило. Это кондитерское искусство. Вот я... Да, ну родных, давайте мы близких. Попросим, сейчас нам покажут торты, фотографии, которые вы, торты, которые вы печете и готовите. Это, конечно, вон чудеса какие. Как вы это все не съедаете сразу? Там. Смотрите, и свадебный торт. Из чего делаете? Это какой крем? Это сливки, белково-заварной чаще. Ну, масляный бывает, это мамина юбилей. Вот. Хотелось что-то необычное. Ну скажите, пожалуйста, дети, часто ли вы дома вот такие торты едите? Дома. Больше всего мама делает. Молодец. Ну что, Паш? Больше всего мама делает какие-то праздники, в смысле, кому-то, а потом получает деньги. А мы как-то вот от коржа едим. Что оставить, например, шоколадное или что-то такое. Да, я знаю, у меня обычный семейный процесс. Лучше гостям. Там уже папа творит потом, уже как фантазия попрет. Ну а помогаете что-нибудь делать? Или эта тема неприкосновенна? Ну, вот мама сама делает, и вам туда доступа нет. Мы стараемся ее не трогать. Ну да, чтобы мама сделала все хорошо, хорошо, хорошо. А скажите мне тогда, пожалуйста, какое у вас любимое блюдо из тех, которые готовит папа? Мне вот нравится, когда папа готовит фасолевый суп, щи, ну и пюрешку. Ну, а мне нравится, когда папа готовит рассольник, еще фасолевый суп и пюрешку с котлетой. Полинка, ну а ты что любишь у папы? Ну, пюрешка с котлеткой и что-то еще не помню. Может, блинчики? Да. Папа печет блинчики? Это давно уже не пек, да, Полиночка? Да. Приедете сегодня домой и скажете: папа, я хочу блинов. И папа вам гору. Неважно, что такой. Уже будет ночь к тому моменту, но папа напечет целую гору. А что делать, если ребенок попросил? Да. Неважно, что у вас еще какой-то, подговорил. Я так понимаю, судя по количеству отзывов, какой-то особенный фасолевый суп. Да? Папа у нас профи по супам. Я всегда говорю, что папа всегда вкуснее приготовит суп, чем мама. Я не знаю, в чем мамы секрет. Мамы так говорят всегда, когда они хотят готовить. Нет, вот здесь я не лукавлю, это однозначно так, потому что папа у нас вот... Супчики у папы очень вкусные. А у мамы что самое вкусное? Тортики. Которые, от которых вам достаются коржи, не пошедшие в большой. Ну или на день рождения их едим, эти вкусные. Ну, конечно, ясное дело, что, конечно, мама вас не обидит. А мне нравится, когда мама делает запеченную курочку. Очень вкусные. Дети, я боюсь, что до конца передачи мы можем не дотерпеть. Уже хочется есть. Все приедем к вам в Мёры в гости. И тогда каждый из вас что-нибудь приготовит. Папа фасолевый суп, мама курочку, ну и вы там уже что-нибудь тоже. Я, например, уху. А ты умеешь? Да. Я умею делать суп с риса, уху и каким-то щи. Ничего себе! А Евгений еще кулинарии тянется? Сейчас пюрешку. Пюрешку с котлеткой. А я буду делать, ну, дома
пюре. Тоже, смотрите, в общем, вкусы, направления вкусов немножко так это вырисовываются. Я хотела поговорить вот серьезно, со взрослыми. Вот семья большая, есть ли у вас, как вы строите воспитание? Есть ли у вас вот такое четкое, я не знаю, там какие-то обязательные вещи для детей? Вот вы там говорите, у Павла вот такие обязанности, там у Евгения такие, да. У Полины такие есть, да? Угу. Да? И какие? Безусловно. Ну, я больше всего мою пол, ну и, например, или мою посуду, или... Полина моет посуду, что ты примазываешься? Ну, если Полина, например, в садике или спит. Ага, понятно. Если, например. А я завидую Полине. Или в садике, или спит. Мне нравится, по-хорошему. Если серьезно говорить, конечно, мы стараемся все-таки... Они уже достаточно взрослые, хочется, чтобы в будущем было легко как им самим, так и их спутникам, потому что мне, например, приятно, что Паша мой умеет правильно помыть пол, он умеет приготовить уже что-то. Он... Не, ну в 10 лет на самом деле ты молодец. Извините, пожалуйста, 11, еще есть пару дней. Да, вот. Ну, то, что Полина тянется, конечно, интересуется, это здорово. Она в своей комнате порядок навести. То есть домашние животные у нас. Попугай есть, кошка. Mm-hmm. Вот, а чья это зона ответственности, кстати? Ну, теоретически детей, а практически мамы с папой. Ну, логично. Сами подарили. Да, да, да. Вот. Ну, просто хочется, чтобы все-таки как-то было соразмерно поделено между ними всеми, потому что чтобы каждый участвовал, а не только вот мама, например, дома там прачка или кухарка, там, а папа сугубо там что-то делает такое. Мастерит. Что... Угу. Да. Нет, хочется, чтобы они каждый по-своему в лепту вносили какое-то во все. Вот ну, подождите, ну, вот вы об этом задумываетесь? Или оно так у вас вот вышло? Или вы вот, не знаю, собрались вдвоем, решили, вот у нас есть... Паша, вот у нас есть Женя, вот у нас есть Полина, вот этот будет этот для того, чтобы вот они росли хорошими людьми. Или вот оно так само собой в семье получилось у вас? Ну, не знаю, мне кажется, это у меня идет пример вот моих родителей, потому что с детства я старшая сестра в семье, и я всегда знала, вот я пришла из школы, мама с папой на работе, значит, я должна это сделать. Оно как-то вот у меня само собой, наверное, было. Пару раз мама сказала, что вот, доченька, неплохо было бы, чтобы ты сделала так. Вот я и детям своим так как-то вот ненавязчиво стараюсь, вот прошу, говорю, вот, ребятушки, мне тяжело, вот давайте вот так вот сделаем. И они уже это не принимают как какое-то там бремя или, или какую-то вот повинность, да, ну как бы нормально уже, все. Да. Александр, а вы, не знаю, там, ну, я так поняла, что вы любите делать что-то руками, вы и мебель дома какую-то сделали, да, да, и да. Вот воплощаете Маринины идеи, а мальчишек приучаете к этому? Конечно, конечно, то же самое кнопочки, наверное, строить свой дом, это же финансы не всегда позволяли купить ту же самую новую мебель, стулья, те же самые диваны, ну, как на кухню изначально построили такой простенький диванчик небольшой, до сих пор у каждого этого перетягиваем, стоит он как... Как не знаю, что, как очень красивый диван. Ребята тоже всегда помогают. Тоже ж есть рвение, чтобы прибить, прикрутить. Ну, я смотрю, Полинка устала совсем. У нас есть ваши семейные фотографии, которые мы можем посмотреть и дать возможность Полинке немножко, может быть, походить, прогуляться, и мальчишкам тоже. Потому что сидеть, конечно, долго трудно, и вряд ли они у вас дома так сидят, привязанные к стульям, как у нас. Давайте по посмотрим. По дому не поймать. Вот, тем более. Посмотрим фотографии и вернемся в студию. We'll be right back.
Как будто ничего не изменилось, как будто не ходили, не гуляли. Но если захотите, встанете сидеть, можете встать, пройтись немножечко, погулять. Я хочу спросить у вас, скажите, пожалуйста, бабушки и дедушки, в вашей жизни какое место занимают они? Насколько они вам помогают? Или они вас самостоятельное плавание отпустили? Нет, они молодцы. Ну вот если говорить именно о бабушках и дедушках наших деток, о наших родителях, конечно, безусловно, мы им очень признательны, благодарны, потому что с самого, наверное, начала нашей семьи они всегда поддерживали, и сейчас вот ребятишки, конечно, это во многом бабушки балуют, я их называю вредительницами, потому что если мама что-то, да, потому что если мама что-то запрещает, то у бабушки можно все. Ну ясно, все каждый знает, что можно у мамы, что можно у папы, что можно у бабушки у одной, а что можно у другой. Да, 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 поэтому, ну а уже наших бабушек уже нет, поэтому как бы вот больше, наверное, некому участвовать. Вы живете все в Миорах, да? И бабушки, и дедушки тоже? Или приходится ездить? На районе. Угу. И часто у вас получается вот собраться всем вместе? Бывают такие? Да, да. Стараемся, знаете, когда праздники, либо выходные, вот такие вот более-менее свободные. Ну, день рождения, например, будет? Конечно, я так подозреваю, конечно, очень скоро. Обязательно. Да, 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 да. Обязательно. Угу. К внукам это всегда у нас бабушки, это святое. Любите к бабушкам и дедушкам ездить? Я люблю к бабушке тоже ездить, к дедушке. Хотя, да. Там, может, река есть или озеро, что-то есть рядом, чтобы искупаться, нет? Ну, вот у деревни у бабушки, не так близко, но все равно есть озеро. Ну, можно сходить. Там есть лошадка, ты же рассказывала. Да, лошадка. Можно верхом кататься. Mm-hmm. Подождите, кто верхом катается? Ну, детишки. Детишки, да, можно прокатиться верхом, да. Ничего себе. Ну и как? Поддается вообще? Ну, потому что... Ну, больше всего... Такое сложное дело. Дядя нас садит и ведет коня. Но, тем не менее, конечно, там сверху едешь как просто... Кажется, что ты управляешь конем, на самом деле управляет дядя. Ну, не важно, дядю не видно сверху, а ты на коне. Я хотела спросить, когда дети, ну, вот с такой небольшой разницей в возрасте, ну, получается, 3 года, 2 года, они часто ссорятся, выясняют, кто важнее. Это больше всего Женя и Полина. Очень правильно ты с себя снимаешь ответственность. Смотрите, Павел у вас такой прям старший. Он вот такой вот... Слушай, Паша, а скажи ты мне, пожалуйста, тяжело быть старшим? Не так. Ну, когда малые поссорились, надо сказать, чтобы и еще не побились. Ну, ты вот так вот уже все, это у тебя по жизни так. Вот знаешь, я в своей семье одна, один ребенок, но у меня очень много есть двоюродных младших сестер. И я, получается, тоже старше, и я вот теперь уже, когда я взрослый человек совсем, я понимаю, что вот это, ну вот как тебе сказать, как такое вот по жизни, ну не знаю, задание что ли. Ты никуда от этого не денешься. Вот если ты старший, все, ты старший, и вот ты все равно за них отвечаешь. Они вот этого не почувствуют, не-а. А вот, а вы, получается, вы тоже оба старшие, да? Да. Да, да, то есть вы тоже тогда понимаете, о чем да, это речь идет. Да, безусловно. Мы прекрасно понимаем. Да. Полина, ты, говорят, мальчишек гоняешь там, воспитываешь? Угу. Ну-ка расскажи, как ты их воспитываешь. Ну, мы можем покататься с Пашей и Женей на великах. Или рисовать. Да. Ну, скажи, ты их ругаешь за что-нибудь? Ну, да. За что? Что они такого могут сделать, чтобы ты их отругала как следует? Может, Пашка поссорится с Женькой, могу наругать. Угу. А они тебя слушаются? Угу. Немножко. Попробовали бы они ее не послушаться, да, Полюшка? Ну, а как вы с мамой ощущаете, что вы в меньшинстве в семье пока, что вы вот девочки такие, а они вас, мужчины, может быть, немножко как-то подавляют? Ну да, может. А мама что скажет, как мужчины подавляют? Не, мужчины молодцы у нас. Это у нас просто... Мама поспокойнее относится, а дочь у нас просто принцесса растет, поэтому вот она и пользуется своим королевским правом, поэтому тренирует братьев периодически. Папу с мамой мы тоже можем потренировать иногда, когда у нас настроение не очень. Так в целом, конечно, бусинка и лапушка, правда, доченька? Да. Да.
Скажите, Марин, а вот ваши дети, они могут вас вдохновить, ну, например, на создание коллекции? Безусловно. Безусловно. Я массово стала, наверное, вот шить, и вот это вот меня поглотило очень сильно, вот именно с рождением детей. Потому что процесс шитья меня увлекал всегда. Я в детстве обшивала куколок себе, подружкам всем. Мне даже кошку хотелось нарядить. Вот. А потом уже, когда появилась своя семья, когда ребятки появились, ну, изначально, конечно, самое простое это было вот там какие-то постельные принадлежности. Всегда хочется там маме самой что-то приготовить, да? А уже, наверное, плотно я так занялась уже, когда Полюшка родилась. Вот, костюмы новогодние. Всегда у них были в единственном экземпляре. Если мы приходим в группу, то есть второго такого точно не будет. Ну и постепенно-постепенно, и потом вот это превратилось в мою работу. С педагога перепрофилировалась вот сюда. А коллекции, конечно, да, вот, вот что-то. Давайте вот посмотрим видео ваших коллекций, вы сейчас нам расскажете про них. Хорошо. Потому что фотографии мы видели, но это совсем другое. А вот видео, тем более, что у вас есть там, я знаю, ну вот рассказывайте. Вот эта коллекция со всего мира называется. Вот первая была Беларусь, Россия. То есть хотелось представить, как гостеприимная Беларусь взаимодействует с другими странами. Мне вот было все очень интересно вот изучить вот именно специфику кроя, именно что вот какие цвета, какие там вот ткани даже. Ну, ну такая достаточно яркая получилась. Девчонки мои умнички, я их очень люблю. Они вот у меня третий год получается, я расту вместе с ними. Те, которые у вас в театре. Да, да? Вот они постоянно. Вот у меня добавилось две девочки, я очень рада вот за последних два года. Вот они тоже умнички, мне очень нравится. Их это затягивает, им это очень нравится, и они все время спрашивают, когда же мы снова будем. Вот это моя самая-самая первая коллекция, коллекция цветы. Вот, это вот Полинушка, наверное, меня и вдохновила на нее, потому что один из костюмов, это вон идет Полинушкина платьица, розочка. Это Полинушкина платьица, я на свою девочку в коллекцию, да, вот потом. Но такое яркое, такое интересное и одновременно нежное получилось, летнее такое. Ну и так подходит все на улице. Да, ну вот эта вот бытовая, которая, я говорю, меня затянула и поглотила вот эта вот вся история. Получается, Мёрзский район, он на границе. Это костюмы вашего района? Да, это костюмы именно нашего региона Мёрзского, получается. Учитывая то, что у нас жили и евреи, и латыши, и поляки. То есть там смешение тканей, фактур, цветов, кроя. И вот мне хотелось это как-то вот, вот все вот так вот, вот, знаете, так собрать. И хотелось, конечно, восстановить. Ну, я очень признательна тому, что вот закупили ткань, именно такая, как мне нужна. Я долго, кропотливо работала. Если говорить о том, что шитье больше заняло, нет, все-таки больше вышивка, потому что вышивка – это очень кропотливая вещь. Кажется, вы сами вышиваете и сами шьете, да. Вот прям вы одна. Да, да. Одна да, вообще. Да. И вот это все то, что мы сейчас видели, вы сделали вот просто своими руками, вот вы одна. Да, да. Причем там за одну ночь, знаешь, такие. Нет. Как Золушка, да? Познайте мою себя. Гиперболизируете мои возможности. А какая дальнейшая судьба этих коллекций? Вот куда? Вот их показали, они сохранились на фотографиях, на видео, а потом? Они у нас хранятся в фондах, в костюмерной в нашей. То есть вы их как-то используете? Конечно, потом ваши представления, безусловно, да? В концертах используем часто, в каких-то представлениях. И как полноценные номера мы стараемся им готовить. Потому что коллекции мы презентуем вот не как именно дефиле, такое классическое, да, сценическое, а чаще всего вот как концертный номер полноценный с какой-то вот идеей, с завязкой, развязкой и концовкой, чтобы они не были похожи друг на друга и чтобы это зрителю было интересно. Сколько костюмов в коллекции в среднем? В среднем 10. И вот вы их одна 10 костюмов шьете? Да. Ну, я понимаю, конечно, Александр, что вам приходится и выучить уроки, и испечь блины, и фасолевый суп, и у мальчишек есть тоже чем заняться. Конечно, мама такая рукодельница, молодец. Ну да, вам чего? Конечно, если уж не вышивать, то на аккордеоне играть. Конечно, да. Буду аккомпанировать в будущем. Смотрите, сами. Сейчас лето. Есть какие-то у вас планы вот на, ну, на оставшуюся его часть, да? То есть впереди еще два месяца, каникулы начались. Детей надо чем-то занимать и самим не отвлекаться от творчества. Безусловно, безусловно, есть планы. Вот у Паши день рождения. Какие у нас были планы, Паша? Расскажи, что мы хотели сделать? Чтобы мама подарила палатку, а потом съездили на один денек в поход.
с ночевкой. Заметьте, съездили на один денек. На всякий случай, чтобы не ножками. Съездили. Хоть бы погода не подвела нас. Ну, погода не очень. Планы есть. Безусловно, безусловно. То есть они этого ждут, им это интересно. А вообще, если говорить вот в целом, да, о отношениях между нами и детьми, конечно, я сторонник того, что если пообещал что-то ребенку, то это надо обязательно исполнить. Потому что вот в таком возрасте они это лучше всего запоминают. И вот если что-то потом, это они остаются, вот эти детские обиды, они потом остаются и в будущем. Вот. Это я уже сейчас говорю, как психолог, наверное, рвется образование. Мне так показалось. Вот. Поэтому хочется как-то вот, чтобы... И хочется, чтобы детство было яркое, насыщенное и вот такое разностороннее. Поэтому я, наверное, не боюсь вот всяких таких и поездок, и конкурсов, и выступлений каких-то. И, возможно, вот, как мне кажется, вот даже тем же участием в концертах они социализируются, они как-то вот к обществу спокойнее относятся. Нету боязни такой людей. Mm-hmm. Я вот хочу сказать, что у меня складывается впечатление вот за вот эту нашу часовую с вами беседу, что вот ваша семья, вы все разговариваете на одном языке. Вы не сюсюкаете со своими детьми, не там говорите им «Мусечка», «Любочка», не знаю, там. Вы... Это было с первым. Потом... Да, с первым было. Да, да. Он был для нас инопланетянином. Как для меня, так и для него. Мы оба его боялись. Да. Безусловно. Особенно мне, чтобы 21 год. Да, это все с годами пришло. Мужчины, это ж народ трусливый, первые 40 лет жизни. Они учатся, поэтому... Ну, теперь же с Полиной все пошло по-другому. Ну, я самостоятельно вот вообще. Хотела сказать, что мне кажется, что вот вы детей поднимаете до своего уровня, вы не опускаетесь до каких-то там, ну, может быть, я не знаю, казалось бы, наивных вещей. Хотя вот с детьми разговариваете как со взрослыми, они вас понимают, вы их понимаете, это самое главное. Самое главное. Хочется, чтобы они не чувствовали себя ущербно, на равных. Они взрослые. Поэтому, наверное, вот отсюда вот и разделение обязанностей, конечно, да, конечно. И какой-то минимальный вот перечень требований, которые вот разумные есть каждому из них, да. Например, в плане учебы, в плане взаимоотношений, вот всего. То есть хочется, чтобы они с детства какие-то ценности правильные принимали и перенимали, я бы сказала, даже вот так. Я думаю, что, вот, наверное, какие-то зрители наши посмотрели сегодня на вас и подумали, может быть, кому-то казалось когда-то, что вот большая семья, это семья какая-то суетливая, где много шума, где много каких-то, я не знаю, движений, порой и ненужных, потому что много людей. А вот глядя на вас, кажется, совершенно спокойная, нормальная жизнь, она течет, у всех есть свое дело, все это дело свое делают, и все вместе получается вот одна такая нормальная, дружная семья, в которой есть время и для того, чтобы повеселиться, праздники отметить, и на работу сходить, и детей растить, и собой заняться тоже. Это как весело, когда нас много. Да. Те же самые дети играют постоянно. Здорово, конечно. Никогда не скучают. Большая семья – это вообще здорово, и понимаете, вот я, например, это поняла, ценность большой семьи, когда именно вышла замуж, потому что у меня, у родителей не было больших семей, а вот у Сашиной мамы, у них, их в семье было 8 человек, вернее, не было, есть, и у папы вечный покой, тоже у него тоже большая семья была. И вот когда в большие праздники, та же самая Пасха, Рождество, это настолько здорово, когда собирается огромная-огромная семья, и много-много, и такие вот, и дети, и постарше, и все разные, и все друг друга любят, и все друг о друге заботятся. Это круто, честно. Это круто, это я очень с вами круто. Согласна. Вот, это и я мечтаю, здорово. Понимаете, что вот, вот у меня трое деток, да, стану я бабушкой, то есть каждый из них... Ну, во-первых, не торопитесь. Не, ну как бы я говорю это на будущее, знаете, что у меня тоже они будут собираться с удовольствием, вот, и мои детки, и внуки, и их семьи, это здорово, конечно. Да это счастье, это простое, нормальное счастье, которого, ну, только каждому можно пожелать, конечно. Я и вам желаю тоже счастья, не останавливаться ни в коем случае, пусть ваша семья будет большой, пусть у вас будет столько детей, сколько... Сколько получается, сколько вам хочется. Пусть вы все любите друг друга и дальше, и дальше, и дальше. Чтобы спасибо. У вас тоже было все хорошо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо, что приехали. У нас сейчас есть возможность пополнить свой словарный запас белорусской мовы. А с нашими гостями мы прощаемся. Спасибо, что приехали. Спасибо. Спасибо вам. Привитание, сябры. Сёння пазнаёмлю вас са словам, якое прыйшло да нас з лацінскай мовы. І слова гэта аксаміт,
і абазначає яно бархат. Якія адразу узнікаюць асацыяцыі? Вядома, мяккая тканіна. Дарэчы, вырабляюць яе і з воўны, і са скуры свіней ці рагатай жывёлы хромавым дубленнем. І выкарыстоўваюць у верхнім адзенні, таксама на галаўныя ўборы ідзе аксаміт і на абутак. Што яшчэ звязана з гэтым словам? Безумоўна, аксамітны сезон. Сезон самы спрыяльны для адпачынку на курортах. Гэта калі ўжо не так спякотна, як, напрыклад, у ліпені, але і даволі цёпла нават і ноччу. Ну і, вядома, турыстаў таксама на пляжах ўжо значна меней. А нашыя вочы радуюць прыгожыя вогненныя кветкі, якія таксама звязаны з аксамітам. І называюцца яны аксаміткі. І, дарэчы, у краінах некаторых Европы і Лацінскай Амерыкі гэтыя высушаныя кветкі выкарыстоўваюцца ў якасці прыправы для страў. І мы ведаем іх як эмірацінскі шафран. Вось такое прыгожае, цёплае слова. Да сустрэчы, сябры. Усім цяпла. Как хочется тепла. Хочется, чтобы летом было лето, ну, а не ливень. Все еще впереди, но нужно надеяться. Но дело в том, что на следующей неделе Славянский базар, поэтому погода тоже готовится, чтобы как-то уже всех накрывать и так в привычную нас атмосферу погружать. А, в общем-то, все на сегодня. Нам остается сейчас только попрощаться с телезрителями. В завершении будут Андрей Рыжков и Марина Стрикелева с музыкальным номером. Ну, мы с вами прощаемся и желаем вам всем, чтобы у вас были большие, крепкие, хорошие семьи. Не скучного вечера и пока, увидимся. До свидания. Чужие.